Еще хочу высказаться. Уж простите. Мне сейчас, вот я в интервью рассказывала по поводу того, что няня тоже оказалась в числе предателей. Вот. И представьте, как неприятно, мне сейчас присылают фотки, значит, пост там этой гаде, и няня ее лайкает. Я вот просто, Людмила, я просто поражаюсь, как можно быть такой двуличной. Я вам просто доверяла как матери, даже, наверное, чуть ли не больше как матери. Все, все это время вы были со мной, жили бок о бок. И вот так вот, ну, я понимаю, что кто платит, тот и папа, да, кто кормит, тот и ближе. Но это подло, очень подло. Уж столько, сколько я для вас сделала, Люд. А вот Лёва, водитель, оказался более преданный и порядочный. Он никогда никуда не входил, не влезал, не плел вот эти вот интриги на два лагеря. А Лёве хочу сказать спасибо. Вот вы все это время с нами были с моими детьми, помогали во всем. И я вот вам честно благодарна за все эти годы работы с вами, потому что вы не делали то, что делала Люда.